Всем привет, дорогие зрители! В этот торжественный момент, в этот день, которым завершается 2019 год, я хочу вас поздравить всех от чистого сердца с наступающим новым 2020 годом. У кого-то, может быть, он уже наступил, у кого-то еще наступит. Я всех своих зрителей, неважно от того, кто заблокировал, может быть, о кого-то, или разблокировал, или еще не заблокировал, или кто-то подписался, или кто-то смотрит все время. Я вам всем желаю добра, мира, любви, крепкого-крепкого здоровья, чтобы все мечты ваши осуществлялись, чтобы Новый год принес вам, кто хочет ребенка, кто хочет мужа, кто хочет денег, кто хочет здоровья. В общем, я вам желаю, чтобы все ваши мечты, все ваши надежды в этот год осуществились. Кто-то хочет приобрести новое жилье, кто-то хочет куда-то поехать, кто-то хочет с кем-то помириться или встретить какого-то дорогого человека. Поэтому я вас от души поздравляю, желаю вам, конечно же, здоровья в первую очередь, потому что если нет здоровья, то тогда ничего в жизни тебя не мило, тебя не радует. Вот. Если говорить о уходящем 2019 годе, или году, как правильно сказать, то, конечно, год был разный, он был и веселый, и грустный, и счастливый, и где-то несчастный, и были ссоры, и были хорошие моменты. В общем, было все, как всегда, как у всех, как в жизни. Вот, я вас поздравляю, Томас присоединяется к моим поздравлениям. Я вас всех люблю, я вас всех благодарю за то, что вы смотрели меня. Прошу прощения, если я кого-то обидел. Вот, не хочется, чтобы в Новый год люди шли с какой-то мыслью, что 1 числа сейчас откроем Самвела и начнем напихаем ему и в хвост, и в гриву, и под хвост. Вот. Ну, в любом случае, я за любой троллинг или стёб добрый. Вот. Желаю, чтобы всем вдруг, кому я пожелал в сердцах каких-то плохих слов или чего-то плохого, я хочу, чтобы эти слова мои нейтрализовались, чтобы они не вернулись ни мне, ни вам, чтобы оно куда-то исчезло, растворилось. Так же самое, если мне кто-то желал плохого или чего-то такого, я тоже не обижаюсь и тоже хочу, чтобы эти слова нейтрализовались, чтобы они ни вам не возвращались, ни мне, никому другому, чтобы это просто растворилось. Вот, чтобы Новый год принес гармонию, но год 2020. Мы с вами уже не доживем, чтобы было 21-21. Уже мы этого никогда не увидим, уже в нашей жизни никогда не будет двух чисел, повторяющихся в 2020. Никогда не будет. 19-19 было. Мы не родились, понимаете, 19-19. А 20-20, вот сейчас мы застали такой момент, что мы живем с вами, ну я лично, на момент стыка тысячелетий, то есть 1981 год, 2000, уже в дате смерти будет написано 2000. Поэтому у нас, наверное, какая-то мы, вот этот захват, который мы захватываем, кто захватил, кто уже родился в 2000 году, уже не захватил. А кто родился еще в 1900-м каком-то, то тот захватил. Будьте счастливы, будьте любимы, будьте богаты, будьте здоровы, будьте радостны, будьте веселы. Вот. Всего вам самого хорошего. Я желаю, чтобы во всех странах был мир, чтобы все были с достатком, чтобы все жили в удовольствии, чтобы люди не мучились, чтобы не мучились животные, чтобы не мучились ни коты, ни собаки, никакие другие животные, чтобы над ними никто не издевался. Чтобы они все были здоровы и счастливы, чтобы они вас радовали. Вот. Что вам пожелать еще? Денег, здоровья, счастья и любви. Да, зайчик? И зайчик мне присоединяется. Меня дуже любит. Я его дуже люблю. Он такой классный. А, свинюка ты. Новогодний вечер. Хочешь меня на сяку откусить? Сделать меня христюпана самирного. Я тебе с раком. Зайчик, и тебе я поздравляю с наступающим Новым годом. Я тебя дуже люблю. Радуй меня, не болей. Будь счастлив, я для тебя сделаю все, что могу. Так что, ребятки, спасибо вам огромное, низкий вам поклон за все ваши слова, за все ваши пожелания, за всю вашу поддержку, потому что ее было немало в этом году. Вот дай Бог, чтобы в вашей жизни были люди, которые вас поддерживают, любят, ценят, дорожат вами. Дай Бог, чтобы вас было кому ждать с работы. И дай Бог, чтобы вы на работу летели на крыльях счастья и домой с работы.
Вот. В общем, такое у меня пожелание, может быть, оно банальное, ну, другого какого-то. Я думал, конечно, одеть трусы зайчиком вот, из стринги, но думаю, это как-то неуместно. И оно как-то не то настроение. Скажу честно, что настроение Нового года у меня, я сильно не ощущаю. Уже давно у меня пропало это ощущение Нового года. Вот, еще в детстве было, когда я там в Москве жил, у меня было ощущение праздника. Сейчас у меня, к сожалению, чего-то оно пропало. Вот, ну, тем не менее, мы все готовимся. У нас такая традиция, так сказать, в наших странах встречать Новый год, радоваться. Поэтому будем радоваться, ребята, будем жить. Всем своим родным я тоже желаю здоровья, скорейшего выздоровления. Вот. Ну, спасибо вам за то, что вы есть. Пусть у вас будет счастье, пусть ваши гости кушают селедку, майонез, что это, оливье с шубой. Вот, холодец. Я представляю, как вы сейчас готовитесь, стараетесь, как вы накрываете столы, как это ощущение вот этого праздника. Друг другу готовят подарки, фейерверки. Я желаю, чтобы у вас ощущение праздника, и чтобы мы сами себе праздник устраивали как можно чаще. Потому что жизнь наша очень быстротечна. Сегодня живешь, а завтра, как мама сказала, кишки намотает. Так вот я желаю, чтобы вы жили и радовались, потому что жизнь проходит, и остаются только хорошие воспоминания какие-то в жизни. Любите друг друга, цените, берегите. Берегите мир. А мы зайчикам вам скажем всего хорошего. Да, и до встречи в 2020 году. Да, мой зайчик. Давай лапку на удачу домой людям. Томасный зайчик, он приносит удачу. Я вам даю лапку, вы прилаживаете руку, и будет удача вам на целый год. Ну, цілий вигляд такий діловий, ще з свого барського плеча на своєму лапку. Вау, мурить. Мурить. Раз, два, три, чотири, п'ять. Все. Так що, з Новим годом вас. Всього вам хорошого.